Is the co-main event of the evening. Five-minute rounds. Female bantamweight fight night global championship. Your judges, Maria Makhmutova, Russia. Paul Sutherland and Mark Collette from Great Britain. Vito Paolillo from Italy. Your timekeeper, chronometrist, Alexander Kolesnikov, Russia. And while the siren sounds, your referee in charge from Czech Republic, Jan Vobornik. Представляю соперницы первым бойца в синем углу. Introducing to you first fighting out of the blue corner. She's 22 years old. He stands 163 centimeters tall. Official weight 61.2 kilos. 22 года. Рост 163 сантиметра, вес 61,2 килограмма. Professional record 5 victories, 2 losses. Профессиональный рекорд 5 побед, 2 поражения. Мастер спорта по грэпплингу, кандидат мастера спорта по тайскому боксу. She is grappling and Muay Thai specialist. Представляющий бойцовский клуб Fighter, representing Fighter Pride Club, fighting out of Tbilisi, Georgia, here is Tiana Mkeri Chacha! And her opponent fighting out of the red corner. Ее соперница в красном углу. She is 29 years old. His shoe stands got 168 centimeters tall, official weight 61.5 kilos. Ей 29 лет. Рост 168 сантиметров, вес 61,5 килограмм. Professional record 4 victories, no losses. Профессиональный рекорд 4 победы, ни одного поражения. Пятикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и семикратная чемпионка России по самбо. Ladies and gentlemen, she is samba, 5-time world champion, 2-time European champion and 7-time Russian champion. Представляющий команду самбо Питер из Санкт-Петербурга, Россия, Марина Махнаткина! Fighters, please, follow my instruction all time, follow the rules all time. Fight fair, fight well, and always for win. If you want to touch us, do that now and go back to your corner. Good luck in your fight. Итак, начинается второй по значимости поединок сегодняшнего вечера, но по статусу он точно такой же, как и предстоящий бой между Магомед Сайгидом Алибековым и Ахмедом Алиевым. Титульный бой весовой категории до 57 килограммов у девушек. Марина Махнаткина против Лианы Джорджуа. 5 раундов, друзья. Впервые в истории женского ММА, российского, естественно. Но такой бой у нас проходит. И начинается он. Марина начинает атаковать с дистанции, действует активнее, пытается прессинговать, постреливает лоу-киком. Хорошо, двоечка такая неплохая у Марины. Ну, Лиана старается контратаковать, отдает сопернице пространство. О, какой я сейчас задумала, да? Длинный-длинный правый Марина Махнаткина. Ну, понятно, что пока еще такое нервное начало немного. И вновь заходит правой через руку у Марины Махнаткиной. Неплохо. Здесь сразу же пытается встречать рукой Лиана Джорджуа. И вновь цепляет правым прямым теперь уже Марина. Вот есть такая там небольшая дыра, видимо, в защите у Лианы. Надо этим пользоваться Марине. Снова неплохо. И в клинче прижимает спиной соперницу. Итак, первый эпизод в борьбе. Посмотрим, чем он закончится. Марина Махнаткина будет пытаться бросить и бедро. Есть! Конечно. Заходит. Махнаткина оказывается в атакующей позиции в борьбе. Закрывается гард у Лианы Джорджа. И тут же берет ногу, видимо, на болевой прием. Ну что ж, это стилистическое противостояние. Еще плюс ко всему грэпплинг против самбо. Да, и вот что здесь задумывает, интересно, Марина Махнаткина. Будет ли забирать пятку? Или поначалу, как она брала ногу, Михаил Махнаткин, супруг. Не торопись, спокойно. Да, и пытается сейчас какой-нибудь болевой соорудить Марина Махнаткина. Самбо, как мы знаем, разрешены болевые на ноги и на ущемление ахиллова сухожилия. Выходит сейчас Марина. Пока
что сопротивляется ли она. Да, терпит, терпит и... Да, терпит ли, да? Хватит ли умения у Лианы Джорджо сопротивляться? Хватило. Да, очень специфический болевой прием. И там именно важна очень изначальная позиция. Сразу Марина почувствовала, что соперница не испытывает болевых ощущений и перешла к следующей фазе. Голову высовывай оттуда. Лиана обороняется. Делает это хладнокровно, дадим ей должное. И пыталась даже выйти на рычаг локтя в одном из эпизодов. Но сейчас Марина, в общем, но в своей стезе. Да, смотрите, сейчас очень хороший момент. И, по-моему, так пыталась уже достать руку на рычаг, да, потому что из этого положения вполне этот прием можно осуществить. Но Лиана тоже понимает, чем дело пахнет, да, и поэтому руки свои не отдает. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это не борьба, и здесь будут бить. И Марина Мохнаткина наносила удары. Полраунда между тем позади и вновь забрала ногу, пыталась забрать Марина. Это, по-моему, была попытка выполнить рычаг колено. Ну и посмотрите, сейчас контратакует Лиана Джорджо. Но вот действительно бесстрашная девушка, никакого аппетита не испытывает она перед соперницей. Тащи. Но сразу же попадается на рычаг локтя. Но рычага пока нет, кстати, у Марины, поэтому я думаю, что для Лианы Джорджо здесь... А вот тут вот, если немножко изменить около атаки, то может получиться, но тащит руку Марина Мохнаткина на рычаг локтя, но, как мы видим, этого рычага пока что нет. Да, все-таки смешанное единоборство серьезно отличается от самбо, даже в борьбе хотя бы тем, что здесь нет куртки. И гораздо сложнее разрывать захваты оборонительные. Лиана пытается все-таки войти в гард соперницы. Полтора минуты остается. Вот так очень насыщенный получается первый раунд. Огромное количество позиций в борьбе девушки сменили. И вопреки ожиданиям Марине Мохнаткиной не удается переехать соперницу. Да, Лиана молодец. Лиана Джорджо выдержала стартовый натиск. Вот сейчас она оказывается сверху. И вновь пытается забрать руку на рычаг Марина Мохнаткина, но освобождает ее. Там опять не было рычага. И, кстати, рука-то отключена у Марины. Если бы у Лианы было чуть больше опыта, можно было здесь бить по голове прямо хэммерфистом по незащищенной голове. Тем временем последняя минута первого раунда. Пыталась левой рукой пробить Лиана Джорджо. Она по-прежнему угрожает рычагом локтя Марины Мохнаткиной и выходит в очень хорошую позицию Лиана Джорджо. Позиция бокового контроля. Да, и вот сейчас посмотрите. Пытается... Сосредоточена на контроле сейчас. Она боится потерять это положение. Разворачивается Марина Мохнаткина. Наносит удар по спине Джорджо. Да, мощные удары по корпусу наносит Лиана Джорджо, представительница Грузии. Очень насыщенный первый раунд, а ведь всего-то 5. И вновь Марина пытается выйти на рычаг локтя. Сама опрокинула соперницу. Вернее, опрокинулась на спину для того, чтобы взять захват. Да, но это коронка Марины Мохнаткиной. Конечно, она будет пытаться применить этот прием многократно. Лиана Джорджо между... вот это был плотный удар справа. Сейчас и первый раунд. Посмотрим, сумеет ли она совершить один из главных апсетов этого года вообще. Может в это превратиться ее победа, если, конечно, она будет. На встрече правом. Очень жестко встречает Лиана. Столкнулись прямо сейчас на встречных движениях девчонки. Поджимает Марина. Обратите внимание на то, что когда Лиана выбрасывает свои удары руками, она все равно немного опускает голову и закрывает глаза. Такое ощущение. И вот, опа, вот это... Нет, это не ошибка. Посмотрите, Марина Мохнаткина этим движением пыталась сразу выйти на болевой прием на ногу, на рычаг колена, но не получилось. Да, сорвался захват, и получилось, что так рухнуло на настил. А Марина сейчас пытается забрать ногу вновь, и вновь попытка выхода на ущемление ахилла. Не получается. Но в любом случае Марина Мохнаткина сейчас работает сверху и обходит защиту соперницы практически. Нет, все-таки хавгард, все-таки законтролировала правую ногу оппонентки Джорджо. А вот и корпус открыт, надо бить туда, что, конечно же, Марина и делает. Да, удары по туловищу.
Да. На тоннаж будет накапливаться обязательно. Вот эти удары. Мы видим, что Виталий Минаков сам четырехкратный чемпион мира по самбо. Боец ММА, экс-чемпион организации «Беллатор» тоже следит за этим боем, поддерживает Марину и что-то ей советует. Ну, что он советует, вы слышите. Также Михаил Мохнаткин, чемпион мира по боевому самбо. Тем временем колено на живот и пытается обойти защиту соперницы Марины Мохнаткина. Одна нога у нее заблокирована. Наносит определенный ущерб, но нельзя сказать, что удары сокрушительные. Терпит ли она и выжидает свой шанс для контратаки. Позицию зафиксирую, кричит Михаил, супруг Марины. Лиана продолжает пропускать, но держится и, мало того, контратакует. Правый хаммерфист снизу выбрасывает. Марина отбрасывает ноги соперницы и врывается вновь в гард. Приближается второй раунд к середине. Ну вот и интересно, да, какие дивиденды Марина Мохнаткина сможет извлечь из этого положения. Лиана Джорджева пока место защищается. Ну и Ян Воборник, конечно же, призывает девушек к активности. Ну, в общем-то, мы согласны с ним в этом отношении. Да, вот правильное решение. Перевод обратно в стойку. Ну, Лиана сейчас делала все для того, чтобы это случилось. Прижимала к себе соперницу, не давала ей амплитуды. И поединок продолжается. С фронт-кика начинает очередную атаку Марина Мохнаткина. Бэкфейс, но вовремя сместилась в сторону. Лиана Джорджио не позволила по себе попасть. Чуть более 2 минут до завершения раунда под номером 2. Это бой титульный. 5 раундов, а девчонки уже поднаелись. По касательной пролетел буквально так, погладив лицо Лианы. Удар через руку со стороны Марины Мохнаткиной. Постреливает джебом, обозначая дистанцию Джорджо. Удар с разворота, да. Видим мы, что Марина Мохнаткина так развивается с точки зрения ударной техники, обогащает свой арсенал. Распадается на эпизоды. Поединок в стойке, очень большие паузы берут девушки. И видно, что Лиана сильно устала. Марина никуда не торопится. Джорджо идет в атаку. Хорошая комбинация. Едва не пришелся удар точно в цель. Да, Лиана Джорджо была близка к тому, чтобы довести удар до головы соперницы. Но нет. И вот серия в исполнении Лианы. Пытается забрать концовку раунда Лиана Джорджо, судя по всему. Последняя минута второго раунда. Пауза подкрадывается к сопернице. Лиана сокращает дистанцию, получает удар справа навстречу. Провалилась Марина Мохнаткина, но Лиана не успела ее наказать за эту оплошность. Хорошо ушла под руки соперницы Лиана, но вот действительно, как правильно говорите, не смогла этим воспользоваться. Хотя, по-моему, движение было очень такое зрячее, подготовленное. Потому что в основном Марина Мохнаткина уповает на двойки. Какое попадание! И потеряла равновесие Марина Мохнаткина. Она точно совершенно в себе. Она не потрясена. Но эпизод был очень хороший в исполнении Лианы. Зал чуть с ума не сошел сзади нас и продолжает сходить с ума. Потому что Лиана Джорджио попадает руками. Да, Лиана Джорджио, это похоже... Чуть больше сил сохранила. На концовку, по крайней мере, очень важное завершение раунда для Лианы. Стола, что соперницу можно победить. И можно победить в стойке. И тут же завязались девушки в клинче. Конечно же, Марина Мохнаткина, понимая, что в стойке не все ладится, сокращает дистанцию незамедлительно и переводит борьбу в клинч. И, соответственно, сейчас будет пытаться свести поединок к борьбе в партере. Но разворачивает соперницу Лиана Джорджио. Правильно делает и на выходе из клинча 2 удара довольно острых наносит. Лиана постоянно в каждом эпизоде стремится зарубиться. Такой настоящий Диего Санчес сейчас. Смотрите. Крепкий, пропускает удары, как будто не видит их и продолжает идти вперед. Джеба точно в цель. Лиана Джорджио. Смотрите, как ловит. Марина Мохнаткина пытается пройти в ноги. С дальней дистанции слишком прямолинейно. Очень хорошо ловит на одной ноге соперницу Лиана Джорджио. Как раз момент исполнения лоу-кика. И смотрите, на любое движение соперницы Лиана Джорджио тут же выбрасывает 2 удара. Здесь решила чуть-чуть провалить, но не успела контратаковать. Лиана, очень конкурентный бой. Да,
Во втором раунде казалось, что очень устала Лиана, то теперь мы видим, что она вот в таком среднем темпе может действовать достаточно долго. А у Марины Махтаткиной скорости существенно упали. И в отличие от первых раундов, мы видим, что она не может переводить борьбу. Даже в концовке второго это было уже заметно. Еще почему она устала? Потому что Марина стала больше промахиваться. Лиана Джоджо, видите, что происходит? Лиана Джоджо раз показывает, что будет идти. Марина, о, попадает Марина здорово справа, но это не останавливает Лиану Джоджо. Да, Джоджо как танк продолжает идти вперед. Марина Махтаткина хорошо двигается через руку, сейчас заряжает, и Лиана встречает своими двойками. Очень упорный, крайне конкурентный поединок мы с вами видим. Девушки сражаются уже буквально на морально-волевых качествах. Еще 3 минуты, работайте еще 2 раунда впереди. Представляете, какая нагрузка будет колоссальная. Начинает вымахиваться Марина Махтаткина, попадает Джоджо. Неплохо бьет через руку Марина Махтаткина. Еще один размен на средней дистанции. Хорошо встречает руками Марина Махтаткина и разбит нос у Лианы Джоджо, что будет дополнительно ей затруднять дыхание, вне всяких сомнений. Отдает пространство Марина. И вновь попадает Лиана Джоджо. Идет вперед. Двойку выбрасывает Марина навстречу. Но снова промахивается, снова проваливается. И клинч. Колено, смотрите, опаснейшее в исполнении Марины на выходе из клинча. Но Лиана Джоджо в последний момент голову убрала. Да, еще буквально несколько сантиметров и был бы нокаут, совершенно точно. Поджимает Лиана. 2 минуты остается до окончания третьего раунда. И снова зарубон. И третий раунд получается очень близкий. Вот теперь уже совершенно точно невозможно сказать, у кого преимущество и кому отдадут судьи эту 5-минутку. Во всяком случае, по итогам первых 3 минут. Через руку вновь. Цепляет Марина. Да, у нее есть этот удар в арсенале. Правой через руку, но надо попытаться как-то его довести до ума, до цели. Но понятно, что уже руки налились свинцом, что они уже не просто наверху не держатся, да, хочется их просто отстегнуть. Но нет, надо продолжать бить справа направо, как девочки обменивались. И смотрите, продолжается обмен. Да, задача подойти. Попала. И попасть для Лианы. Марина техничнее, конечно. Марина с самого начала лучше двигалась. Но что Лиана может противопоставить этой выучке Марины Махтаткиной? Свою волю к победе, свою страсть и свой несгибаемый характер. Левый боковой, правая нога. Вновь пытается выйти Лиана Джоджо на ударную дистанцию. Последняя минута третьего раунда. Пытается бросить Марина. Не получается, защищалась Лиана Джоджо. А вот теперь состоится ли перевод? Да, очень важный перевод. И неужели прихватила сейчас Марину на гильотину Лиана Джоджо? Прихватила, да, но вроде контроля ногами нет, ничего страшного. Вырывается Марина Махтаткина. Важнейший перевод для Марины в концовке раунда. При прочих равных, и смотрите, продолжает Марина. И выход на рычаг локтя в исполнении Марины Махтаткиной. Отдаст ли руку Лиана? Вот в чем вопрос. Лиане надо вставать сейчас и нагружать соперницу. Изо всех сил выкручивает сустав сейчас Марина Махтаткина. Терпит из последних сил. 10 секунд, чуть больше остается до окончания раунда. И мы видим, что Лиана бьет. А это значит, что ей не больно. Да, рычага не было в этом положении вновь. И посмотрите, оказалось сверху Лиана Джоджо. И она бьет, наносит удары в голову Марине Махтаткиной. И забирает, все-таки она забирает контроль. Раунд 4. Так, четвертый раунд. Слышим мы команду, задача добить, только я не очень понимаю, из какого она угла. Смотрите, какая серия в исполнении Лианы. А только скорее давить. Да, идти вперед, прессинговать, и как раз именно этим и занимается сейчас Лиана. Да, не добить, давить, скорее всего, да. Это угол Лианы Джоджо советовал. Провалила, надо на коса. Ну что ж, для Марины этот бой, как выясняется, вливается в тяжелое испытание. Напоминаем, что все свои первых 4 поединка она выиграла уже в первом раунде. Сейчас раунд под номером 4. Первая минута заканчивается. Лиана прессингует. Марина неплохо двигается, пропустила сейчас левый боковой. Проход в ноги. Зацепом надо бросать.
сваливает она на настил Лиану Джоджо. Хотя та, в общем, неплохо защищалась. И вновь попытка выйти на рычаг локтя. Коронный прием Марины Мохнаткиной. И Джоджо защищается, но пока ни разу ей не удалось создать тот самый рычаг. Но вот здесь может и получиться, кстати. Но не хватает контроля. Вот, вот, вот отцепила ручку, но нет, Джоджо хорошо переместилась. И уже не так много возможностей у Марина для того, чтобы выполнить рычаг. И более того, сейчас Лиану Джоджо оказывается сверху. И если освободит она руку и, в принципе, выйдет на оперативный простор, то у нее будет возможность для нанесения удара в голову. Марина понимает, что ничем не закончилась ее атака. Лиана выиграла позицию. И все-таки Марина Мохнаткина вот на данный момент своей карьеры — это самбистка, которая адаптировала этот вид спорта к смешанным единоборствам. Потому что была возможность у нее забрать спину соперницы. И, пожалуй, там 9 из 10 спортсменов сделали бы именно это. Но, тем не менее, она решила выйти на то, что умеет лучше всего. Решила выполнить рычаг локтя. Ну что ж, собирается с силами Лиана Джоджо. Марина вновь ищет болевой прием. Но Лиана все видит, и прекрасная у нее позиция для дальнейшей атаки. Боковой контроль. Ой-ой-ой, смотрите, что происходит. Вскакивает Михаил Мохнаткин. Конечно же, он переживает за свою супругу. Но помочь он сейчас ей не в состоянии. Только лишь флюиды направляя туда. Очень опасное положение для Марины Мохнаткиной. 2:20 еще работать. И Лиана Джоджо полна решимости додавить соперницу. И вот здесь уже, наверное, задача Марины Мохнаткиной — максимально избежать повреждений, вывернуться как-то, что она и пытается сделать. И вновь гард. Виталий Минаков и Владимир Минеев также здесь рядом. Они поддерживают Марину. Но Лиане Джоджо до этого дела нет. Она продолжает атаковать, никуда не торопится и решает главную задачу — сохранить позицию и избежать опасности со стороны соперницы. Периодически, не так часто наносит удары. Вот сейчас опять включается серия ударов слева. Да, не позволяет Лиана Джоджо практически ничего сделать в этом положении многократной чемпионки мира и Европы по самбо. Полтора минуты, даже меньше уже остается до окончания четвертого раунда. Работай, работай, работай. Хорошо работает в этом случае Лиана Джоджо, меняет этажи своих атак. Марина, к себе прижми ее! Мощные жесткие удары у Джоджо заходят. Не получается у Марины Мохнаткиной прижать соперницу к себе. Лиана перевела с корпуса на голову. Набирает баллы. И за одну минуту до окончания четвертого раунда Лиана Джоджо выигрывает этот раунд. Давай, смотрите, вроде бы прижала соперницу Марина к себе, но руки-то свободные у Джоджо. Она продолжает бить. Мощные удары по туловищу, которые лишают и без того заканчивающийся бензин. Продолжает атаковать Лиана. На обороне сосредоточена Марина, и вмешивается Ян Воборник. Ты не можешь бить ее в голову ногами, находясь на спине, потому что в партере позиция головой, ногами в голову нельзя бить. А почему поднимает стойку-то? Извини, я вынужден снять с тебя бал, говорит Ян Воборник. Удар ногой в голову в партере. Учитывая тот факт, что Марина и так этот раунд проигрывала, этот эпизод может дорого обойтись. Да, очень важную роль по ходу поединка. Ты можешь продолжать бой, или она говорит да. Ладно, говорит Лиана Джоджо, бой продолжается. Двоечка в исполнении Марины. Тут же ответ от Лианы Джоджо. Ну, кстати, удары Лианы сейчас выглядят чуть более собранными, да, с точки зрения траектории. Но Марина точнее в последних эпизодах. Последние секунды четвертого раунда. Двойка от Марины. Все превращается в размен на средней дистанции. О, какая заруба. Посмотрите, здесь у нас еще одна двойка. Прям. Слушай, скорее всего, 10-8 из-за того, что балл сняли с Марины. И снова зарубон. И снова обмениваются девушки ударами. Отталкивает оппонентку Лиана фронт-киком.
И вновь заходит с двоек очень смело Марина Мохнаткина. Так, без подготовки. Вновь напарывается Лиана на джеб. Ее задача подойти вплотную. Решает выбросить фронт-кик и отбрасывается от себя соперницу Лиана. Продолжает давить. Вот здесь бы, кстати, мне кажется, хорошо бы, если есть силы кому-то из соперниц ударить ногой в голову. Может пройти на фоне усталости вполне. Но пока что Лиана бьет по туловищу. Тоже такой колючий, очень, такой, я бы сказал, мерзкий удар вот для оппонентки. Да, вот, потому что, ну, кто получал такой удар в туловище, тот знает, о чем речь. Хорошая серия в исполнении Лианы Джорджио. Лучше попытка пройти. Удачно сближается Марина Мохнаткина, прижимает соперницу к сетке. Обрабатывает бедра мощными ударами с колена. Очень важный момент. Пятый раунд. И сейчас, в случае, если Марине Мохнаткиной удастся провести бросок и выиграть позицию в борьбе, этот момент может стать ключевым. Ищет зацеп сейчас Марина Мохнаткина. Пытается крутиться. Она и бросит через бедро. Посмотрим, получится. Или, возможно, подхват из этой позиции. Но очень грамотно обороняется Лиана Джорджио. Есть опора на сетку. И у Марины бросок не получается. Мало того, Лиана Джорджио перехватывает инициативу в этом эпизоде. И теперь уже она давит. Она прессингует у сетки. Да, и требует нанесения ударов со стороны Лианы Джорджио. Необходимо закреплять ей вот это преимущество. Но Марина Мохнаткина сама напротив в этом положении пытается наносить удары. Не отпускает соперницу Лиана Джорджио, контролирует. И что предпримет в этой ситуации Марина? Снова клинч. Здесь можно бить коленом. Нет, просто заталкивает обратно в сетку Марину. Лиана набирает баллы за счет контроля Лиана в данной позиции. Марина прекрасно это понимает и пытается выйти из этого неудобного положения. Пропускает удары слева. Сейчас Марина Мохнаткина пытается набрать как можно больше очков. Лиана Джорджио, у Марины не получается уйти по-прежнему. Пол раунда между тем уже позади. Сейчас начинается самое тяжелое. И разворачивай. Бой по-прежнему, раунд по-прежнему достаточно ровный. И, конечно, тут у судей будет нелегкая задача, прямо скажем, если оно вот так все и закончится. Не надо это делать! Продолжает Лиана Джорджио прижимать соперницу к сетке. То в одну, то в другую сторону вкручивается Марина. Но не позволяет ей провести бросок с вращением Лиана Джорджио. Вот сейчас обвив. И, возможно, здесь получится бросить у Марины Мохнаткиной, но как вкопанная буквально упирается ногами в настил Лиана и остается на ногах, по-прежнему контролируя соперницу. Вот так, за полторы минуты до окончания пятого раунда по-прежнему ничего не ясно. Да, очень вязкий поединок. Сейчас Марина разворачивает. О, колено шикарное в исполнении Марины. Заходит туловище. И вот здесь скручивает соперницу Лиана Джорджио. Марина здесь что сделает? Пытается бросить, пытается перевести, но сверху оказывается Лиана Джорджио. Накатывает сейчас Лиана. И попытка выйти на болевой прием в исполнении Марины Мохнаткиной вновь заканчивается неудачей. Лиана контролирует соперницу. Меньше минуты остается до окончания пятого решающего, возможно, решающего раунда. То совершенно точно, что он итоговый. Прихватывает руку соперницы Марина, но так, наступив коленом на россиянку, Лиана Джорджио освобождает свою руку. И продолжает контролировать Марину Лиана Джорджио. 30 секунд до окончания боя. Марина не может встать. Лиана набрасывает удары. И, в общем, велика вероятность, что именно в этом положении все закончится. Сейчас важно для Джорджио выполнить спурт. Забрать, да, концовку уверенно. Да, но Марина контролирует руки соперницы. Более того, сама все-таки пытается вытянуть на рычаг. Нет, не выходит. Пытается сбросить ноги Лиана Джорджио, соперницы. 10 секунд до завершения этого невероятного боя. И вбивает удары один за одним Лиана Джорджио в концовке. Все! Судейским запискам. Ladies and gentlemen, at the end of title bout, we go to the Georgia scorecards. 48-47.
47, 49, 45. Ladies and gentlemen, 48, 47, 47, 47, even 49, 45. Таким образом, большинством судейских голосов одержала победу и стала чемпионкой Fight Night Global в легчайшем весе. Your winner by majority decision and new